Сегодня у нас проходит чемпионат города Кременчуга по олимпийскому виду спорта тэквондо ВТФ. Участвуют только кременчужане. Дети и участников приблизительно 120 человек разных возрастных и весовых категорий. Лучшие спортсмены сегодня, которые займут первые места, они будут готовиться к чемпионату Украины и к областным соревнованиям. Ваше майбутнє створюється сьогодні. Сьогоднішній вихід на змагання, на поєдинок – це вже крок уперед, крок до сильного вашого результату в наступні роки. Я займаюся тхандо вже 3 роки, і це мої вже третє змагання.